сегодня я хочу вас познакомить с коляской Фарфелла. Это наша новинка. Очень похожа на известные коляски, но совсем другая и по качеству, и по техническим характеристикам. Глубокий капюшон, солнцепреломляющий отдельный капюшон, конечно же, смотровое окошко для мамы. В комплекте подстаканник идет специальная подножка, вы можете ее убирать, либо добавлять. То есть в зависимости от того, как растет ваш малыш. Если вы новорожденный, то, конечно, вам поможет эта подножка. Если вы чуть подросли, то уже ножки малыш будет ставить на эту подножку. Большая корзина для покупок, компактное складывание и сумка в комплекте для того, чтобы вы могли мобильно перевести коляску в самолете, в поезде или сложить для покупок в магазине. Посмотрим коляску более детально. Лежачее положение. Регулируется коляска с помощью ремешка. Бесшумно и очень удобно во время сна малыша. Пятиточный ремень безопасности. Нажатием на одну кнопочку может открыться, но открыть его сможет только мама. Малыш сам с этим справиться не сможет. Мягкое основание. Ремень вы можете регулировать в трех положениях, в зависимости от того, как будет расти ваш малыш. Колеса прорезиненные, амортизация есть. Застопорить коляску вы можете только на одну кнопочку, поставив ее сюда. Положение сиденья. Коляска достаточно широкая. Если посмотрим на фон линейки, то в самом широком месте 35 сантиметров, в самом узком месте 30 сантиметров. Подходит для малышей до 4 лет.